сразу: «Привет, мой мальчик! Что ты тут так спишь? Кто так спит?» Какой ты смешной. Ты почему здесь, а не с мамой, с папой? Идем будить папу. Идем папу будить. Побежали будить папу, говорит. Быстро папу будить. Нет. Так себе. Привет. Что делаешь? Слышал, что папа в ванну умывается, ты тоже решил помыться? Такая погода у нас говнючая. Даже не знаю, что делать. Не могли встать. Честно вам сказать, сейчас уже 1:30 дня. Смотрите, что происходит на улице. Сирена гудит. О, ну ладно. Скоро на потолке будешь лежать. Да. Скажи, может, я собачка, паук. Знаете, ребят, яичная кожура очень полезная для собачек. Знаете, и они ее просто так кушают. Любят собачки. Мы смотрели видео, что яйцо бахают, например, в сковородку или в блюдо куда-то. А шкурку дают полностью собачке, и она ее ням-ням-ням чуть-чуть там погрызла, пожевала. Да, да, пожевала и все. И мы попробовали тортику дать кожуру яичную. А, вот она. Вот это яичко. Ни кусочка не съел. Все разжевал, главное. Что-то, понимаете, что-то как будто что-то вот тянет, понимаете, жует чуть-чуть, что дальше, как это проглотить, съесть, не знает. И вплевывает. Что это? Кушать давай. Кушай. Смотрите на это. Передними зубами так. Ой. Давай ешь торт. Торт. Быстро ешь, а то я заберу сейчас. А, он просто ищет, где яйцо. Ты понимаешь? Просто так один кусочек все по очереди пробует. Нет, нигде яйца, скажи. Дай мне. Где мое яйцо? Дай мне. А, не дождешься. Я его уговаривал, чтобы он утром мне дал кусочек. Дай. Не лапу. Торт. Ну смотри, что ты сделал с диваном, торт. Сейчас надо продавать тогда его уже. Он так засрал. Да вообще капец. Скажи, я специально, блин, чтобы не продавали. Напыженный, да? Дай, пожалуйста, мне глаз. Дай глаз вытеру. Какашка у тебя там. Дай глаз вытеру. Да дай вытеру глаз. Твое. Вот, сколько можно? Договор, я ему чищу глаза, но потом обязательно должен ему отдать какашку. Он их любит. Отлично. Нет. Ну и что с этим делать? Сейчас будем ругаться с тобой. Он вообще не уступает, блин, говнюк. Видишь, он сидит чуть-чуть, выжидает момент, чтобы ты расслабился. Угу. Потерял бдительность, потом быстро вытаскивает, типа, начинает кушать лапу. Ставь лапу! Он моет. Это моя лапа. А
хотели поделиться с вами яичком. Так, нам нужно выбрать фаршик. Фаршик для наших тако. Возьмем такой, потому что этот какой-то грязный. All white пишут. Это просто chicken lean, ground chicken lean. А это lean, ground chicken, all white. Лучше возьмем такой. Нужно выбрать самый свежий. Все свежие, вот. Тогда нужно выбрать любой. Так, мы уже взяли петрушечку. Мы ставим петрушку, а не чилантру. Обычно ставится чилантру. Идем искать green chili pepper. Так, взяли два халапинчика. Это перец халапеньо, острый зеленый перец. Так, нужен еще один красный перчик, но они такие, блин, некрасивые вообще. И дорогие. Ладно. Вот этот мне нравится. И вот этот. Пойдут. Лаймы, 5 штучек. Но нам не нужно 5. Взяли 5, потому что 5 на доллар. Что делать? Только приехал домой. Такая штука на улице началась. Прям штормик. Ну, целый день предупреждения приходили на телефон, как бы, но мы так не очень прям обращаем на них внимание. Ну и не знаю. Вот я смотрю, мне кажется, все намного хуже, да, в окно. Смотрю на телефон, как в телефоне это видно. Да не так все и плохо, как бы. Ну да. Ну, гремит. Вообще капец. Гремит, сверкает. Гроза прям серьезная. Так вот. Фартануло мне. Только приехал. Реально. Бдж-бдж. Что с погодой? Что с погодой? Реально. Как это называется? Как это называется? Ты объяснишь, что сейчас 4 часа. Да, должно быть светло, солнце должно быть прям вот наверху. Ладно, чуть-чуть дальше, вот в серединке. Я имею в виду 4 часа дня, это не 7, не 8, когда уже тускло на улице. Ну, смеркает. Нет, должно быть очень светло, а на улице вообще ни хрена не светло. Хорошо, где наше светло? Воскресенечко, блин. Где воскресенечко, когда нужно отдыхать, жарить мяско на улице, купаться в бассейне? Где? Где наша хорошая погода? Пошел же был с тортиком. Да, о, 100%. Он начал, короче, в 2 часа плакать. Я говорю, давай идем. Погуляем. Погуляли с ним полчасика, он все дела сделал. Довольно пришел домой, лег спать дальше. Но. А если нет, как мы сейчас пойдем гулять? Да, сейчас никак. Смотрите на это, блин, ну вообще. Надоело. Надоела такая погода, блин. Блин, все хуже и хуже. Прям такие порывы ветра с водичкой. Там капец. Иду с той стороны посмотрю, да. Так, вот что здесь происходит. А здесь тихонько вроде, да? Дерево даже не шатается почти. Оп, телефон заряжается у меня. Блин, и так бассейн переполнен. Куда еще нам такой дождь? Че ты тут лежишь так? Кто тут разлегся так? Знаете, что мы покушали? Мы покушали чикен. Мы покушали нашу курочку с хрящиками и с жопками косточек. Мы покушали котлетку нашу любимую. Кто видел наши котлетки вкусные самые? Да, мы дал всю котлету, он ее всю съел. Кусочек рыбки еще мы покушали, да? Такие довольные, да. Что это за лапка тут? Что это тут за лапка? Смотрите на это ухо. Ам-ням-ням. Ам-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Такая собака. Будь здоров. А, будь здоров. Хорошо, что ты на диване, да, не ударяешься о пол. Ой, если бы вы видели, как он чихает, когда лежит. Вот, например, спит. И хочет чихнуть. Чисто поднимает голову, так выпрямляется вертикально. И как начинает стукаться во время чиха носом на всякой вот этой вот, и вот этими зубяками и губяками.
пол, а вот этот вот твердый паркет, а вот этот вот твердый паркет или плитку на кухне. Да, тебе тоже интересно. Как начинают стукаться бедненькие и стукаются, а они же не чихают так, что апчи и все. У них апчи, 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 вот так вот. И несколько раз стукаются, пока до него или я, или Крис не добежим и поднимем его нормально, блин, чтобы он башкой не стукался. Сам не додумывается. Сам не додумывается. Вроде умный, а такой дурак, а собака. Кто это такой, ты? Кто это такой? Опять эта лапка здесь. Опять лапка здесь. Скажи, чё, папа, ты меня можешь обнимать, а я тебя нет? А что ты боишься, как будто меня? Смотрите. Смотрите. Смотрите, видите, глаз моргает? Не бойся, ты что боишься, папа? Ты что, дурак? Да, я тебя бью по сраке. Ну и что, это моя срака, во-первых. Во-вторых, я тебя бью не сильно, так, чтобы ты меня боялся. Зато вот так вот, когда делаете, такой сейчас начнет закрываться глаз. О, скажи, как приятненько. О, как приятненько. Спать. Все, все. Бип. Покашки, покашки, скажи, покашки, покашки. Опять лапка здесь такая красивая. Давай покажем лапку твою грязную. Вот она такая черная вся. Черная лапка у белой собаки. Почему черная лапка? Почему черная лапка ты? Скажи, дай полежать мне спокойно. Я поел, хочу полежать, блин, впервые в жизни. После еды. Обычно пропирает на игру. Бегать с поджатой сракой, как ненормальный. А сейчас хочу поспать, потому что плохо ночью спал. И разбудили еще утром со своим шоуингом, блин. Скажи, вонючим. Насик. Бип. 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 Все, все, всем спокойной ночки. Берегите себя. Пока-пока, скажи.